Выхожу замуж за братьев Голдбергов. Тебе что, не интересно, за кого? Главное, чтобы ты была счастлива. Пап, какой ты у меня замечательный. Шампанское, шампанское. Что, опаздываешь-то? Виталик, дома. Осторожно. Все, Танюш, сейчас. Повестка в армию пришла. Какая армия? Ты же студент еще. Все, отчислили. Как отчислили? Так, принес справку из военкомата. А деканат ее потерял. О, из больницы. А деканат ее потерял. Из военкомата. Все, ну, через 3 дня повестка. Вот черт. Черт теперь делать-то, а? Товарищи! Кто на 12? Проходите. Мы на 12! Тань, пошли! Тань, давай, пошли, давай, вперед! Скорее. Давай, пошли! Чуть быстрее, пойдем, ну пойдем, давай, давай, давай! Ну, Танюш, ну что такое-то? Тебе плохо, что ли? У меня же справка есть из консультации. Ну и что? Ну. Виталий, если мы с тобой распишемся, тебе сразу отсрочку дадут. Таня! Тань! Ты же с Генкой заявление подавала! Ну и что? Ген! Проходите, товарищи. Ну что, Ген, пойдемте. Слушай, я за Виталика выйду. Извини, старик. Проходите, старик, скорее. Юрочка, поздравляем. Новые. По машине, а мы счастливые. Не могу понять. Здесь ошибка какая-то. Ошибка? Вот видите? Вот, в заявлении Геннадий, а по паспорту Виталий. Да, странно. Ну же, мой почерк написан. Волновалась, наверное, очень. Так. А у вас знамя, да? Что вы делаете? Ну, это же документ. А вот это не документ? Если я еще одно заявление напишу, я рожу. Посмотрите. У меня вот, видите, справка из консультации есть. Она точно родит. А посмотрите, какую орхидею вырастила. Переписывайте заявление. Ну вот и расписались. Поздравляю. А это вам свадебные подарки. Братья Голдберги. Так.
Быстренько выпиваем по глоточку и живем дальше. За вас, молодожены. Тома! Такси! Тань! Тань! Тома! Такси! Такси, стой, стой, стой! Путешествие! На вокзал. И в Крым. И кто я тебе теперь? Деверь или Шурин? Свояк. Томик, садись, а. Выпей. Все нормально, на. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид, и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и любовь к женщине, в которые он не верил. Ты что, настол перечитываешь? Зачем? Да. Ты знаешь, сама не знаю. Вот так каждый год перечитываю. То ли в поезде, то ли в саду или в огороде. Это вроде как бедного родственника навестить. И скучновато, и необходимо. У меня мама тоже читала Толстого. Ее отец, мой дед, был толстовцем. И его расстреляли. Батюшки, их тоже расстреливали? А как же, обязательно. Ой, какая красота! Красота. Солнце, берёз кругом, лиман одним словом. Тишина, ни одного туриста, прекрасно. В том-то и дело. Слушай, странно, море и березы. Березы, лиман, Крым и никого. Пойду я. Куда это ты? Ой, да пойду я уже, лежи ты. Я пойду. Солнце вредит моей гладкой нежной коже. Твоей гладкой коже вредит отсутствие мужчин. Да ладно уж. Нарядилась. Пойду я. А показать некому. Ну что делать? А я посплю. Жемчужина! У моря. Поставлю охладиться. Класс! Красота, а? Серег, ты хоть позагорал немного? Всю жизнь без солнца живем, ты хоть пожарься. Гарик, смотри сюда. Видишь, я же сгорел. Это ты армянин, а я человек северный. Да, я вижу, Серег, что ты не армянин. Вы, русские, такие беззащитные существа, ей-богу. Вот он, курорт, а! Бархатный сезон! Никого! Александров, я с тобой! Серега, давай! Гарик, это ты беззащитный! Плавки боишься снять! А что ты? У нас мужики штаны в других обстоятельствах снимают. Гарик, плыви сюда! Я плавать не люблю. Девушка! Девушка, идите к нам, девушка! Мы совершенно не опасные музыканты из Питера. Очень интеллигентные, очень талантливые и очень интересные. Пойдемте с нами. Ну, пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Ну, пойдемте.
мы не опасные музыканты. Меня Таня зовут. Таня, а меня Гарик зовут. Вообще, мы в Крыму не первый раз, и мы вас сейчас вином угостим. Александров! Да? Иди вынь бутылки из воды. Здравствуйте. Немножко вина в жару. Здравствуйте. Здравствуйте. Исключительно здравствуйте. Полезно. Сейчас будет сделано. А хорошо ты зарыл нашего героя. Так старались, старались. А, вот. Это наша звезда. Сейчас я его отрою, и вы увидите, как выглядит настоящая звезда. Мы играем в вашей дыре. Вы отдыхающие? Вы местная? Вы же из Питера, из Москвы. Вы из Москвы? Из Москвы. Ну вот, публика такая. Приходит все, пастухи да лохи. Лохи и пастухи. Лохи да пастухи. Пастухи, пастухи да лохи. А вот вы придете, мы для вас играть будем. Обязательно приду. Ой, Таня. Сережа, выпей-ка немножечко вина. Для храбрости. Да, и посмотри. Открой. Какая девушка. Так, за Таню. Раз, два, три. Салют. Девочки, берите здесь. Здорово, здорово. Ну что, как свой? Видел здорово? Так, давайте-ка вот это вот сюда. Здесь тут ложа какая-то. Проект, чтобы было видно. Он с того конца зала, да. Пойдем. Слушай, давай колонки поближе, а обрабочки... Что будем кушать? А? По центру пить будешь, а я там с краешку. Салат из помидоров и огурцов. Без огурцов. Один салат? И больше ничего? Можете два принести. Антрикот, бифштекс. Я не ем мясо. Девушка, я вас не понимаю. Это ваша проблема. Ира, ну почему прибор включили? Сейчас. Катерь, как плохо постиран. Тебя нет ни на пляже, ни дома. Где ты шляешься, беременная женщина? Позволь-ка спросить. Так, музыку слушаешь. Одобряю. Приличный мужчина есть. Слушаю музыку. На. И который из них? Вот этот пылкий мужчина? Брачек? Саксофонист. Этот дух. Вот те раз. Ну, мало ли, может сложиться. Слушай, потом. Ну, чё? Вина хочешь? А? Хочу. Бармен, бокальчик вина. Сухенького, красненького. Ну, ладно, можно маленького. Полно хороших мужиков. Ну ладно, я пошла.
разрешить вас пригласить? Очень жаль. Кажется, мы влюбились. Не уходи. Никогда, только в душ. Нет. Ни за что. Ты откуда взялась? Ниоткуда, я всегда была. Открой глаза. Боюсь. Не бойся. Открой. Ну как? Отлично. Все отлично. Все очень хорошо. Вообще, ты знаешь, я лиц не запоминаю. У меня на этом месте такая травма однажды была. Забудь. Забудь все прошлое, забудь. Ты Сергей. Я Таня. А остального не существует. Ну, хорошо. Вообще, у меня жена есть. У меня муж. Два мужа. И скоро будет ребенок. В каком смысле? А в каком смысле скоро? Через 5 месяцев. Что? А ты не заметил? Ты что, с ума что ли сошла? Со мной такого вообще ни разу не было. Со мной тоже. Ты у меня первый. Одевайся и уходи. Испугался. Все в порядке. Никуда я не уйду. Там, внутри тебя, ребенок, я ему мог что-нибудь нарушить, ты понимаешь? И вообще, можно в таком положении, а? А тебе показалось, что нельзя. Да не показалось мне, не показалось, я просто не знал. Не кричи. Я вообще на юг приехала, чтобы доставить ему удовольствие. В каком смысле, кому? Ребеночку. О, Господи. Позагорать, поплавать. Порадоваться. Мой отец сказал, что все, что нравится мне, нравится ему. Правда? А ты мне нравишься. Поцелуй живот. Не бойся. И меня. Собралась. Я тороплюсь, меня ждут. Куда ты торопишься? Кто тебя ждет-то? И вообще, родишь, позвони. Мы это дело отметим хотя бы. Обязательно. А ты все-таки решила остаться? Ага. Ты знаешь, я тут себе кое-кого приглядела. Кого? Опять усатого? Да, мне нравятся такие. Все, пока, привет. Мужчина, куда вы прете? Извините. Привет! Вань, привет! Поедем на море купаться! Лиз, пошли быстрее! Гарик, помогай давай!
Так, все войдет. Слушай, убери эту хрень. Ага, вот это, да. Вот. Сюда. Вот так вот. Чемодан в салоне едет. Для Таньки еще место надо. А ну-ка. Какая нахрен Танька? Ну, вчерашняя Танька с нами едет. Слышь, Гарик. А. Этот хочет бабу с собой взять. Какую бабу? Вчерашнюю. Баб не повезу. Угу. Да здесь на каждом километре вон сотни. Тысячи баб. Ну что, встал-то? Давай, Ромео. Извини, старик, не могу. Обалдел, ты что, сел, что ли? Ты что, что делаешь? С ума сошел, что ли? Ты нуды. Баран. Давай, крути, Ромео. Бабу не повезу. Квартира Кукоцких. Москва? Да. Да? Ответьте, Ял. Соединяйте, соединяйте. Да-да. Папочка, привет. Таня. Алло, Таня. Ты где? Я? В Ялте, в Крыму. Как мама. Как Томка, как Вася. Ты сама-то как? Сама! Не пора ли вернуться в твоем положении-то? Нет, папочка, в моем положении мне очень хорошо. И ребеночку очень хорошо. Нам обоим очень хорошо. Денег выслать? Нет, спасибо, денег не надо. Я послезавтра уезжаю в Сухуми, а потом в Питер. Ладно, пап, я тебя целую, очень люблю. Всем привет большой. Ты уже 2 месяца путешествуешь. Не пора ли вернуться? Нет, нет, пап, еще не пора. Я тебя целую. Как ты мне с пузом нравишься? А я тебе двойню рожу. Двойню так двойню. А один серый, другой белый. Два веселых гуся. Слушай, а ты знаешь, что ты у меня все время будешь беременной ходить? И рожать будешь все время? С удовольствием. Как Наталья Николаевна? С удовольствием. Ты согласна? Угу. Отлично. Это ужасная гадость аборты. Моя жена Полуэктова, бывшая балерина. В свои молодые годы... Балерина. Она каждый... Три месяца скреблась, как пить дать. Ужасно, фу, гадость какая. Я знаю. Вот, но я с ней тогда не был знаком. Наверное, она лет на 15 меня старше. Я тебе говорил, нет? Нет, не говорил. Вот так. Она, наверное, очень расстроится из-за меня. Отстань. Да? Почему? Как ты мне нравишься. Как ты мне нравишься беременной. И осторожно, ладно? Я тебя совсем не поврежу. И аккуратно. Виталий, это я. Здравствуй. Сегодня разговаривал с Танечкой. Да, в Крыму. Она не говорила тебе, когда собирается возвратиться? Нет? Угу. У вас все хорошо? Ага, ну, до свидания. Ну, что случилось? Места не было?
Отказали в операции? Дай! Сама отказался. Благодарим тебя за хлеб наш насущный. Слава тебе. Аминь. Приятного аппетита. Леночка, передай, пожалуйста, соль. Так, девушка, вы куда? Рожать. Рожать? Документы? Вот, паспорт. Так, что у меня паспорт суете? А где карта? Нет у нее карты. А без карты не принимаем. А я рожаю, у меня схватки. Вы не понимаете, что мы без карты не принимаем? Карта в Москве осталась. Ой. Прописки ленинградской нет. Ой. Вообще иногородняя, да? Да. Мне сейчас на улицу выйти, да? Я не знаю, без карты мы не принимаем. Отойдите. Лилия Анатольевна. Лилия Анатольевна! Объясните, что мы иногородник не принимаем, а тем более без карты. Вам надо вызвать скорую. Вы где остановились? Ты не остановилась, живет она здесь. Как это живет? У вас ленинградской прописки даже временной нет. Нет. Простите, как ваша фамилия? Кукуцкая. Павловна? А Павел Алексеевич? Это мой папа. Мы по ее учебникам учились. Ну, а что же папа Сережа отпустил вас от себя рожать? Не отпустил. Я хотела в Москву. Не успела. Оформляй во второе отделение. Да почему? С улицы будем все говорить. Оформляй. Хорошо, хорошо. Сиди здесь. Надо было поскорой. Сейчас, Сережа, поцелуй. Пошли. Милая, иди отсюда. Да, здрасте. Родильное отделение на втором этаже?
втором. Да, как ваша мне родила? Да вот сам жду. Я тоже. Ну что стоишь? Раздевайся. Разделась. Ты что, в театр пришла? Догола раздевайся. Фамилия, имя, отчество? Коцкая Татьяна Павловна. Папашка твой. На весы. Да не ботинки на весы, сама на весы. Пойдет. А когда? Звони в справочную. Это заведующая вторым отделением 14-го роддома города Ленинграда, Борисова Лилия Анатольевна. Вы меня, наверное, не помните. Я училась у вас еще до войны. А вот полгода назад приезжала на семинар. Это помню, помню. Я хочу вас поздравить, Павел Алексеевич. У вас внучка родилась. Внучка? Да. 3 килограмма 50 грамм и 51 сантиметр рост. Хорошая девочка, очень хорошая. С дочкой все в порядке, привет передает. Я рада, что я первая поздравила вас, Павел Алексеевич. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Вера. Спасибо, спокойной ночи. Темно. А где Таня? Она в Ленинграде. В школе. Таня давно выросла, но в Ленинграде родила дочку. Папа, говорит другое. Я не понимаю. Сейчас я поеду в Ленинград, посмотрю, как там обстоят дела, и попробую привезти их. Очень хорошо. Пусть она войдет. Мне кажется, у нее какой-то конфликт с Виталькой. Может, ее чем обидел? На прошлой неделе он звонил и спрашивал о Тане. Я сказал, что она в Ленинграде и должна скоро приехать. Но адреса не сообщила. Ну,
Я не знаю, что тебе сказать. Я не знаю. Ты сам, я не знаю. Но в любом случае, мне кажется, лучше ей находиться дома, чем где бы то ни было. Мою бабушку звали Евгения. Евгения. Красивое имя. Он удивился, как стало грязно в их доме. Василиса почти ничего не видела, да и раньше толком убираться никогда не умела. Дома работает, учится. Надо бы позвать уборщицу из их больницы, но невозможно, Василиса обидится. Павел Алексеевич подумал, что оптимальный вариант – поселить ребенка к нему в кабинет. Он сам там все вычистит, приберет, поставит кроватку, а пеленальный столик доставит из отделения. И еще он решил, что оформит сразу же пенсию, тем более, что ему уже исполнилось 65. Здравствуйте. Здрасте. Я мастер по починке оборудования. Пришел во второе отделение синхрофазотрон починять. Гардеробчик у нас заболел, ты, милок, раздевайся сам, спасибо, ладно? Бабушка, спасибо. У нас не украдут, не бойся, у нас здесь все свои. Во второй, там? Там? Стойте, вы, вам что? Синхрофазотрон починить, там? У вас а, это к старшей сестре, садитесь. Спасибо. Кого не ждешь? С ума сошел в такое время, а ты? Никогда. Сережа, выключи, спим дальше. Не будем открывать. Нет, это дворник. Нет, это Авдей, денег занять. Так тем более. А денег все равно нет. Кого там несет? Ай. Танечка. Папка! Папка, заходи скорее. Раздевайся. Ой, весь снегу. Смотри, какая у нас девочка. Ага. Здравствуйте. Ой, это Сережа, Павел Алексеевич. Папка. Какой великолепный ребеночек. Я таких больше всего люблю. Маленькая, сухонькая, с хорошей мускулатурой. Ты знаешь, она не в нашу породу. Она в Гольдберга. Я пошлю ему телеграмму в лагерь. Пускай порадуется. Ну что ж, ставь чайник, поговорить надо. Папа, у нас чая нет. И кофе тоже. И хлеба тоже нет. Ну ничего, я... А где магазин? Направо, налево? Я сейчас объясню. Из подворотни переходишь ага. улицу, и ага. там поворачиваешь направо. И там ага. будешь... Хорошо, я найду. Найдешь, найду, ты заблудишься. Найду, да. ага. Сейчас я приду. Мы тебя ждем. Да-да. Тань. Как-то неудобно, ты его сразу в магазин отправила. Удобно, удобно. С нашим папой все удобно. Таких, как он, больше не существует, я тебе говорила. Не делают. Слышать удивительно. У всех наших ребят предки полные уроды, а мои так самые-самые. Как ты можешь так говорить? Тань, мой папаша профессор по истории партии, а мамаша по истории... по этой, по истории. По научному атеизму. Во-во.
Лучше бы алкашами были. Вот наш как раз выпивает. Ой, подержи, сейчас я воду поставлю. Жека. Танечка, я что приехал-то? Я хотел тебе сказать, что я ведь тебе не родной отец. Да. Как это? Не родной? А вот так. Я в 44-м тебя удочерил. Мы с мамой тебе так ничего бы не сказали, если б не одно обстоятельство. Письмо пришло на твое имя из Иньюр-коллегии. Иньюр-коллегии. Так вот. Прости, но я полгода не решался тебе его отдать. Флотов? Даже фон Флотов. Это немецкая фамилия. Он из обрусевших немцев. Да. Дела. Слушай, папа, и что? Наследство, наверное, большое. По мелочи они бы не стали? Ну, да. По всему миру искать. Да, наверное, не маленькое. Сережа, представляешь? Аргентина! Вставай, вставай! Аргентина! Там-пам-пам-пам! Парам-пам-пам-пам-пам! Тихо, Тань. Парам-пам-пам! Пам-пам-пам! Парам-пам-пам-пам! Пам-пам-пам! Флота к чертовой матери, немец к чертовой матери, я Кукоцкая. Ты мой отец. Мой отец ты и только ты. Танечка, а ты не поторопилась? Мой сомик усатый, мой бегемотик ужасненький. Скажи, пожалуйста, ты вот из этой ерунды притащился в Питер? Или из-за нашей девочки, а? Пап. Ну. Без предупреждения, без всего. Ты позвонил, мы бы тебе такую встречу устроили. Ну, из-за девочки, конечно. Но и, ну, и вот за это тоже. А еще, чтобы тебя забрать. Пап, я не могу. Не могу, понимаешь, у меня... У меня здесь все. Знаешь что? Забирай своего Сергея и приезжать. Как-нибудь разместиться. Пап, он из Питера не уедет. Пап, ну так случилось. Ну, я же не навсегда уехала. Я приеду. Просто жизнь такая. Ну что? Когда едешь? Когда-нибудь. Потом когда-нибудь. Не скоро. Сделать вдох, я твой.